Всем привет, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня трейдер-симулятор. Трейдер-лайф-симулятор, жизнь трейдера. Значит, смотри, мы в предыдущей серии накупили вот этих вот холодильников, кучу холодильников. Ну как кучу? Один холодильник, одну полку и одну вторую вот полку. И вот эту вот для консервов. Консервов у нас, собственно говоря, не было. Сейчас, исторический момент, мы едем, сейчас вот эти товарищи купят. У нас положат денежку в кассу, и мы поедем. А это секрет, куда мы поедем. Вот просто сиди и жди. Сиди и думай, куда же мы поедем. Ну, опять же, по превьюшке ты уже, наверное, понял, куда мы поехали. Поэтому ладно. И да, мы уже приехали. Гудит тут скутер. Скутер можно... А, я думал, правда, можно водить. А взаимодействие. Грузовая машина стоит 2500. Скутер стоит... Так, подбиратель мне не нужен за 1500. Стоит 2500. Просто... Как это сказать? Событие века. Событие просто века. Купить грузовую машину. Теперь грузовая машина наша. Какой дебил вот так вот ставит свои машины? Как теперь выезжать? А, вот все. А... Блин, ну тут... Че себе, пищит все. Слушай, она и более приятно управляется. Ну, нет. Но тормозит она гораздо быстрее. Выйдем, посмотрим. Ее правда не нужно заправлять. Слушай, ты меня не обманул. Спасибо тебе большое. Ай, поедем. Ну, блин, ну классно теперь. Вообще можно теперь не этого самого. Трейдинг компани. Вот в этой трейдинг компани мы были, да? В какой трейдинг компани нам нужно сходить, чтобы купить... сколько там стоит это все дело? Ой, ни хрена себе нас носит. Да, я в этой был. Как бы... Не-не-не-не-не-не-не-не-нет. Сейчас мы приучимся... О, блин, слушай, мотать его носит, ты видел? Она как будто вообще, не знаю, по льду ездит. Я не представляю тогда, как скутер катается. Насколько скутер неуправляемый, если вот это чудо настолько, ну, мягко говоря, не управляется. По сравнению, правда, с машиной, которая у нас до этого была, она мягче, помягче немножко. И тише работает, и вообще, да все здорово, вообще классная машина. И заправлять не надо, и масло менять не надо. Чё ж нужно еще, ремонтировать не надо. Кстати, да, я тупанул, и нам нужно было ехать за продуктами. Так и вот, мы приехали в магазин, так как я его изначально проехал и подумал, что нужно было бы вернуться, наверное, и... Ого, ничего себе, сколько здесь места, здесь жить можно. А, давай купим все самое необходимое, у нас там жалуются на то, что у нас не хватает кешью. Кешью не хватает. Блин, ну да, сюда, наверное, побольше продуктов влезет, чем в наш пикап. Но все равно, его ничего не заменит. Пикап привел нас к этому автомобилю. Поэтому будем помнить, так сказать, его всегда. Ну что такое? Угу. Положим вот это. Положим красненькую. Да что ты? Угу. Красненькую, зелененькую. Горошек, оливки. И, собственно говоря, баклажаны. Баклажаны и тут тунца давай купим. Кому от этого плохо станет. Пусть будет зубная паста. Тоже зубную пасту я что-то давным-давным-давно не покупал уже. Яйца у нас кончаются. Нужно было бы, конечно, по два экземпляра уже каждого продукта брать, но пока что у нас, так скажем, дефицит денег, поэтому будем покупать по одному продукту. Бананы, кокосы нужны нам. Яблоки, огурцы. Все нужно. Нужно все, но денег столько нет. Так, что я купил-то? Яблоки, бананы и огурцы. Яблоки, бананы, огурцы. Апельсинов у нас не было. Тебя сейчас заколебет, наверное, вот эта вот надпись «Оплати за электричество», но, блин, что я могу сделать? Я бессилен в этой ситуации, понимаешь? У меня нет денег на электричество. Я купил себе огромный, мать его, этот вот грузовик. Грузовик купил себе. Откуда мне деньги? Чипсонов давай купим. Чипсоны там, по-моему, вообще кончаются уже.
Да и давай все, хватит. Посмотрим там, куда нам нужно немножечко сдать назад. Да, вот сюда вот, скорее всего. Оп. Да, вот так вот сделаем. И выйдем. И будем загружаться. Загружаться будем, и будет все красиво. Я думаю, здесь можно не париться и наставить, как наставиться, потому что все в любом случае влезет. Правильно? Ты смотри, как, в каких количествах здесь, получается, можно пихать продуктов. Это же вообще отлично. Блин, чего я раньше не купил этот огромный грузовик? Да потому что у меня не было такого огромного оборота, и поэтому я его не покупал. Сам спросил, сам ответил, как говорится. Умный человек. Умный человек, просто умный. Сам себе отвечает. Блин, вот выгружать с него, конечно, будет не очень удобно, потому что он же, блин, длинный. Он же длинный. Поэтому будет неудобно выгружать. Спасибо, Джабер. Большое тебе за покупки, за продажи. Мы поехали. Но мне все-таки интересно, можем мы сдать за... Нет, не буду я сдавать задом туда, потому что там стоит туалет с ванной. Я там уже организовал себе место, чтобы сидеть в туалете и ходить в душ. Так, давай, наверное... Да я не знаю, я еще не ориентируюсь на этом автомобиле, как ездить правильно. Поэтому, наверное, вот... Да, во, вообще отлично. Ну, остановись. Пойдем. Давай мы соберем прибыль... Ого, $600 почти. Сгоняем, оплатим за свет, потому что в темноте находиться крайне неприятно. Скинем $150 на банковский счет и $150 скинем на карточку. И пойдем оплатим за свет через ноутбук, чтобы было светло в нашем магазине, чтобы мы смогли расставлять товары со спокойной душой. Ну, да не буду я использовать флешлайт, у меня есть свет. Угу. Так, что это было-то? Умягчитель. Умягчитель — это сразу вон туда, потому что он нам здесь не нужен. Корм для животных вон туда. Хотя, наверное, нет. Наверное, я не прав. Корм для животных нужно будет складывать в другое место. Ой, 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 ой. Вот это я задергался. Оливки. Оливки — это вот сюда. У нас же ведь теперь есть специальный шкафчик для, как их называют, для консервов. И мы будем пользоваться этим шкафчиком. Будем пользоваться этим шкафчиком, так как мы его уже не зря купили, правильно? Правильно, потратили на него деньги. Зубная паста — это вон туда. Бобов мы поставим вот сюда пока что. Томатную пасту вот сюда поставим. И сладкую кукурузу тоже сюда поставим. Место, главное, чтобы нас хватило в нашем шкафу. И будет вообще классно. Яйца, 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 яйца. Давай поставим вот сюда. Корм для животных осталось придумать куда. Давай на нижнюю полку. Захреначим вот сюда вот. В нижнюю полку для консервов. Потому что они вроде тоже как консервы. Так. Вроде тоже как консервы, поэтому почему бы и нет. Что-то у меня беспорядок уже какой-то здесь происходит. Так. Так. Давай вот сюда вот наложим. Это получается 4 штуки на... А, ну на двух полках умещу, короче, получается. И два... Это, два положу вот так. Да. Вообще классно. Хорошая полка. Мне нравится. Мне уже нравится. Сладкая кукуруза пойдет вот сюда. Поместится 3 банки? Поместится. Оно же специально и сделано, чтобы помещалось. Угу. Угу. Ну вот смотри, значит. Мы уже опытные продаваны. Мы уже свой бизнес продвинули. Мама, не горюй. Сейчас мы расставим товар. Накопим денежек. И купим еще один стеллажик. Стеллажик двусторонний, который в две стороны смотрит.
И считаю, можно будет радоваться этому, потому что наша игра все-таки наконец-то сдвинулась с места. Не то чтобы она сдвинулась с места, знаешь, просто я начал уделять ей время какое-то. Начал уделять ей время, которого у меня нет. Чудеса, чудеса. Там леший бродит. Вот, вот. Как бы, знаешь, игруха, она интересная. Я думаю, много чего интересного добавит в обновлении. Потому что, ну, все-таки там пишут, что хоть и обычное обновление, но я думаю, что там будет необычное обновление. 1.9, все-таки в 1.8 там добавили, мама, не горюй, сколько всего. Здесь вот это тот кассу обновили, вот это все обновили. То есть здесь прям, ну, добавили что-то, короче, очень важного. Не то, что очень важного, даже, знаешь, добавили что-то интересного. Что-то хорошего добавили. Блин, это из-за тунца, что ли, она на весу, да, стоит? А, скорее всего. Вот, добавили того, что стало делать эту игру хотя бы чуточку интересной. Вот, если ты посмотришь первую серию мою, то там видно, какая игра была до и какая игра сейчас. Но я думаю, рано сравнивать, поэтому ты подожди просто, пока... Пока чё? Пока апрель не настанет. И тогда посмотришь уже мою первую серию. Конечно же. Конечно же посмотришь, куда ты денешься. Угу. И посмотришь, конечно же, последнюю серию. И сравнишь игры. Две разные игры. Две просто разные игры. Думаю, разработчик нас не огорчит и сделает игрушку более играбельной, более интересной. Просто когда я устанавливал игру, там даже в описании написано, что типа ты сможешь продавать товары и заниматься другой какой-то деятельностью. Блять, просто как-то как таковой здесь деятельности другой нет. Помимо вот расстановки товаров и ее продажи. Так что немножечко там разработчик смухлевал, слукавил и ввел нас в заблуждение. Получается, что здесь заниматься-то, кроме как этой продажи всякой нельзя. А я подумал, что можно. И поэтому вот так вот взял и скачал. А тут оказывается, оп, и все. Кстати, да, если ты еще не подписался, то обязательно подпишись. Не рано, наверное, я это говорю. Точнее, не поздно я это говорю. Подпишись обязательно на канал, если ты не подписался. Колокольчик можешь даже поставить. Мне будет приятно, тебе будет тоже приятно, если ты будешь подписываться на мой канал и ставить лайки, то мы обязательно будем выпускать серии часто. Часто-часто будем выпускать серии. А игры новые будем пробовать, трогать, смотреть на них будем с тобой. Что там к чему и почему будем решать, достойна ли эта игра, блин, такой цены или недостойна. То есть, ну, как вообще, как обычно, в общем. Разбирать будем, проходить будем. То есть, ну, нас ждет с тобой впереди много всего интересного. Много всего. Ты даже не представляешь, сколько всего много нас ждет. Хотя я тоже не особо представляю, но я думаю, много. Смотри, как красиво все это выглядит. Блин, только правда, здесь две коробки не влезет, а вот одна коробка это мало. И как бы получается, что вот у меня зубная паста. То есть, это для всех консервов хватает. Класс. Надо было маленькую полочку просто брать, чтобы она, ну, она ж поуже там получается, и, наверное, бы как раз хватало. Угу. Ну, что такое? Угу. 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 Вот, я, кстати, в той серии начал говорить про игрушки, про все дела, про то, что вот там хаус флиппер, не хаус флиппер. И я не закончил мысль. Мысль не закончил. Я там посмотрел видос и понял, что я не договорил. Вальхейм, наверное, сниматься больше не будет, потому что, во-первых, на него не хватает времени, во-вторых, на него. Во-вторых, на него не хватает времени. А в-третьих,
он не очень актуален, и он не очень интересен. То есть это обычная фармилка. Там нужно убивать, чтобы убивать. Ну, как бы здесь тоже нужно продавать, чтобы продавать, но она хотя бы вам заходит. Вальхейм не зашел. Вальхейм вам не зашел. Ну, не прям уж сильно зашел, короче. Как вот эта вот, например, игрушка. Поэтому я отдал предпочтение именно ей. И отдал предпочтение Рафту также. Рафт будет выходить по одной серии в день, но пока что еще неизвестно с какого момента. Потому что пока что я занялся вот этой игрой. Я думаю, что я ее до конца пройду, потом Рафт будет уже более стабильно выходить. Ой, горлышко заболело опять. И... что еще хотел сказать? А, ну... будет Рафт выходить стабильнее. Будет Рафт выходить постоянно. Пока мы его опять же не пройдем. Точно так же мы его возьмем и пройдем. Обычно я просто записываю ролики по несколько штук подряд. Поэтому если ты пишешь комментарий к этому ролику, то знай, следующая серия уже записана. Твой комментарий сильно не поможет. Максимум, чего он поможет, это к следующей серии. К следующей через одну, короче. Если ты смотришь там восьмую, то к десятой серии он, может быть, поможет. А, может и не поможет, смотря какая игрушка. А, вот. Ну, начнете... А, 4 часа, я думал, блин, эти опаздывают работники. Чуть не наругался, представляешь? Я уже считаю, что нужно просто приходить. А они все не приходят и не приходят. Нужно же деньги зарабатывать, а они вот отлынивают. Я считаю, что в этой игре не хватает конкурентов. Считаю, что в этой игре не хватает нормальных кредитов. Считаю, что в этой игре не хватает нормальной физики. И считаю, что в этой игре не хватает... нормальной логики. Как бы остальное все здесь в порядке. Но остальное это, то есть, ничего. Хотя бы можно покупать и продавать. Уже сдо... Чего? Я же кешью собрать. Забрать хотел. А ты собрал деньги откуда? А, из кассы, наверное, собрал. Дурак. Нужно... А, полочки надо купить будет. Заморочиться. Купить полочки и купить полочки. Купить полочки и оставить туда уже чипсы, кешью, снеки всякие. Хотя для снеков там есть отдельная полочка, но она как-то очень колхозно выглядит. Мне очень не нравится, как она выглядит. Думаю, что их мы не будем использовать. Эти вот, которые самые дешевые, которые как бумажные сделаны, да, они... они не очень выглядят хорошо. А чё мы учимся? У нас же... Вот они. Огурцы-то стоят. Ну, дурила ты. Ну, ты дурила. Не посмотрел даже. Точнее, смотрел на огурцы же. Смотрел на огурцы, понимал, что они там стоят и клал сюда. Клал сюда. Ну, вообще, мозгов нет. Чё ж... Чё взять с меня? Угу. Такая вот история, да. Снова мы занимаемся вашим любимым делом. Раскладываем полочки. Стараемся поровнее, конечно, сложить. Пока еще не очень у меня... Ну как, я хотел сказать, что пока что я не очень наловчился. Но думаю, что это уже не пока что, а уже. А уже не наловчился, потому что я уже, мне кажется... от этого каким-то образом отвык ровно складывать. Наверное, из-за того, что я играл один долгое время и пытался хотя бы какие-то денежки заработать, чтобы не снимать 30 серий по этой игре. Я просто смотрел, люди там проходят ее, там, не знаю, серии за 10, там, не знаю, стримы проводят какие-то, еще что-то делают с этой игрушкой. Я просто взял и записал аж 19 серий. А чё мне париться, правильно? Чё стесняться, блядь, 19 серий, ещё 20-я будет, ты не представляешь, юбилейная, блядь, 20-я серия. 20 часов в игру потратить.
в такую вот, тем более. Это дорогого стоит, я думаю, мне разработчик должен выдать медаль какую-нибудь. Кстати, здесь есть достижения, которые до сих пор мне не дали. Здесь очень странно сделано. То есть здесь... Я, кстати, не считал, как еще это достижение. Там всего 3 достижения. И они получаются как-то очень легко. Как я понимал, когда читал про них. Но, видимо, я как-то не так все понял. И вот сейчас предъявляю претензию, что мне не дали ни одного из этих достижений. А по факту я их и не достоин. Как всегда, короче. Обидно. Можно мне хотя бы было бы достижение дать за то, что я играю в эту игру больше 10 часов? Уже часов 20, наверное, херачу. Ну, 16 точно. 16, 20? Какой 16, блин? Получается, если 19 серия, то 19 часов это как здрасте, а еще в нелицензионную играл. Это вообще получается, представляешь, сколько я наиграл уже? В нелицензионную я играл, наверное, 3 серии или 4. Не, я сюда не буду ставить. Я поставлю это вот сюда. Да что ты? Я думаю, что нам нужно уже за закупкой ехать за какой-то. И... Нет, за закупкой нам рано ехать. У нас всего $700. На $700 мы можем купить только мясо. Мясо и немножечко еще какой-нибудь ерундистики. То есть, а нам нужно здесь уже и подгузники покупать, и кого там еще-то нужно покупать. Всего, чего только можно, нужно покупать. Молока вот у нас нет уже. Не хватает уже вон, колбасы мало, мороженого мало. На всю заморозку нужно купить шоколадного молока маленького. Вот уже мало, смотри. А, нет вообще. Ничего себе, большое шоколадное молоко только осталось. Картошку фри пойдем бросанем вон туда. И вафли. И вафли. И пойдем посмотрим еще, что у нас тут коробка какая есть. Чипсы R. Вот чипсов R у нас тоже нет. Странно, что еще никто за ними не пришел. Что это значит? Ну, будут вот здесь стоять. У нас их всего 6 штук. Собственно говоря, не будут сильно мешать. Пусть стоят. Пусть стоят. Чего? А, я думал, он взял в руки и пошел с этими чипсами. $826. Я думаю, нам нужно накопить хотя бы 1200, и тогда уже за закупкой мы какой-то поедем. А уже в следующей серии, я думаю, мы купим вот эту вот вторую полочку. Вторую полочку купим. И чё, и? И ничего. И будет у нас все красиво. Я хочу, чтобы было все красиво в нашем магазине, чтобы у нас все стояло по порядочку, чтобы у нас все стояло так, как вот положено, чтобы у нас все было здорово, чтобы у нас все выглядело приятно, чтобы у нас люди приходили и думали, ёлки-палки, ничего себе, какой магазин. А я говорил, ага, мой магазин, мой. Такой сам сделал. А люди завидуют, завидуют, хоть покупают. А я радуюсь, что у меня все покупают. Вот. Собственно говоря. Магазин у нас уже процветает. Хочу заметить, что он не то чтобы процветает, он прям... Он прям растет, он прям растет на глазах. Давай закроем двери. А, он, в принципе, здесь никому и не мешает. И будем, наверное... А что нам делать нужно? Digital Drive 3D Experience. Класс. Тут даже номера не почистили. Красота, красота. Я думаю, что нам нужно попить водички, немножко посидеть, подождать. И дождаться, пока у нас будет $1200, и тогда уже нужно будет ехать в магазин. Мы... Едем в магазин к Джаберу, чтобы купить продуктов, кучу-кучу-кучу продуктов, которые будем продавать, чтобы в следующей серии можно было спокойно
без всяких проблем. Купить полочки, купить всякие стоечки, купить различные, не знаю, там книжечки, столики красивые, чтобы можно было туда наставить разных красивых товаров, хороших товаров, много товаров. Потому что сейчас нам некуда ставить чипсы с кешью, я думаю, я примерно посмотрел там, как что куда поставить, и пока у меня есть какой-то, знаешь, набросанный план в голове, как это все дело организовать. Пока еще не до конца, как бы, но думаю, что получится у нас все с тобой. Все у нас с тобой получится, у нас вариантов нет. У нас других нет вариантов. Почему нет камеры заднего вида, чтобы я знал, насколько далеко... Ну, видать, тут не проблема, здесь можно просто упереться и все. Ёпти, тихо ты. Это что было сейчас? А, вот что это было. Понял я, что это было. Понял. Ты видел, как развернуло? Вот этот паркур. Вот это я понимаю. Вот это, блин, активная машина. Вот это, блин, прыжок сейчас был у нее. Давай, пойдем. Короче, можно припарковаться в притирку, нажать на открытие дверей, ее швырнет просто вот прям вот так. Вот я ж испугался, блин, думал, что сейчас случилось. Чё у нас нет? У нас нет почти ничего из заморозки. Из заморозки у нас почти ничего нет. Вот это, вот шоколадного молока у нас вообще нет. Пиццу, не помню, была или не была. Морепродукты тоже купим. Большого шоколадного молока пока не надо. Давай обычного молока тоже купим, чтобы было. Потом купим мороженое. Было, да? Мороженое было? Было, 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 было. Было, не было, было. Потом купим с тобой... Купим с тобой кофейка, наверное. Чайку нам не нужно. Чипсов нужно купить. Кешью купить опять же нужно. Купить соусы нужно. Пачки 2-3, блин, надо по-хорошему покупать, потому что он разлетается только так. Как здрасте. Подгузники и ткань нужно. Подгузники, ткань. Так, а здесь что нам нужно? Спрей чистящий. И печенюхи вот эти давай возьмем. Думаю, что хватит. На арбуз нам денег нет, поэтому... У нас денег нет, поэтому... Как-нибудь без него. Как-нибудь без него переживем. Угу. Ну что такое? Ближе я подъехать, я так понимаю, не могу. Хотя, может быть, и могу, но рисковать не буду. Главное, чтобы нас опять не откинуло. Это уж... Хотя... Ну да, она назад не едет больше. Назад не едет. Блин, это обидно. Хотя здесь место еще вагон. Просто не подлезает она под крышу, понимаешь, и получается так вот. Нет здесь места, где загружать товары можно. Неудобный магазин. Не оптовый, так сказать. Не рассчитан на такие огромные партии товаров, какие мы здесь пытаемся прокрутить. Я думаю, долларов на 400 они напродают там, эти два дружка-то, пока мы ездим за покупками. Пока мы по магазинам мотаемся. И чё? И ничего. И будут у нас хоть немножечко денежек. Я люблю, когда они просто есть на карточке, на этой, на нашей сберегательной книжке, так сказать. В нашем кошельке лежат деньги. И мы себе спокойно живем. Потому что когда они у нас есть, мы знаем, что у нас, мы не останемся без денег. Мы знаем, что... Мы знаем, что... Что? Мы знаем, что... У нас будут деньги, чтобы затариться, если что. Чтобы это что-то продавать, чтобы выйти в плюс. Вот и все. Просто как бы тотальной экономии устраивать не нужно. Как мы делали это раньше. Конечно, сейчас тоже это можно проводить. Как бы не платить за свет, не платить за персонал, не есть, не пить, не срать, не жрать. То есть, как бы можно все это делать, но сэкономим мы малость, маленькую прям совсем. А с учетом того, что нам сейчас даже не нужно заправляться, то это вообще красота.
Ты понимаешь, нам не нужно заправляться. Мы ездим на машине, сколько влезет, и нам не нужно заправляться. Это же райские мечты просто. У меня даже в голове такого не было. Я думал, это врут опять, как вот про изменение цен там какой-нибудь там. Вот писали же, да, что вот у компьютера, блин, одна единственная функция — это изменение цен. Сами не знают ничего, потом говорят. Вот. А тут правда написали, прям что вот оно действительно, да, ломать, чинить. Ну, чинить ее не нужно, она не ломается, масло не нужно менять в ней. Заправлять тоже не надо. Я такой думаю, да врут, врут, по-любому врут. А тут опы не врут. Тут опы не врут. Тут опы, вообще характеристик таких нет. Есть только у машины нашего первоначальной. Как бы, блин, ну а чё бы нет? Это же здорово. Это здорово. Я жалею, что не купил ее раньше. То есть мы могли бы сэкономить на бензине еще ого-го сколько денег. Соус. Давай соус. А соус вот сюда помещается, нет? Помещается, но очень образно. Это не помещается, называется. Это называется ерундистика. Давай положим кукурузку вот сюда. Чтобы она нам не мешала расставлять соусы. Так. Давай поставим это вот так. Вот это вот так. Ткань отнесем сразу вон туда. Подгузники отнесем также вон туда. Молоко отнесем вон туда. Кешью отнесем вот сюда. Ведро мороженого вон туда. Кофеек вот сюда. Я думаю, что вот этот холодильник нахрен продать и купить вместо него еще один. Большой. То есть, ну как бы смысла нет как такового держать себе два холодильника. Тем более вот этот вот маленький, он нахрен никому не нужен. Если только мясом его заложить, а вот здесь продавать всю вот эту шушуру. А там мясо просто кучу положить и будет, не знаю, мясной холодильник. То есть можно накупить маленьких вот этих вот холодильников. Или же вот так вот раскладывать товары. То есть, ну блин, как бы, наверное, так будет логичнее, но у нас такого количества пока что нет. Сейчас придумаем что-нибудь. Точнее, не сейчас, а по ходу игры. По ходу игры обязательно придумаем. Пицца с овощами. Чипсы, которые... А, в одном экземпляре, что ли, я купил? Ну, какой я молодец. В одном экземплярчике купил. Так, ну, холодильник я весь скупил. Это здорово. Клубничное печенье это вот сюда. Кофеёк давай бросим вот сюда. Да... Будем расставлять товар пока потихонечку. И на этом мы серию-то, в принципе, и закончим на расставлениях товаров. На расставлении товаров. Думается мне, потому что серия уже идет давным-давно. И нужно же ее как-то заканчивать. А заканчиваем мы ее на вот такой вот логичной ноте. Угу. А ты как думал? Не все так просто. Не все так просто. Что такое? Вот. А в следующей серии мы уже, естественно, займемся всей вот этой шушерой. По типу полочек. По типу стеллажиков. Стеллажи замутим здесь. Чтобы они стояли здесь, радовали глаз. Угу. Ну что ты? Да че ты не ставишься-то, ну? Ну поставь ты. Криво же было, да? Или нет? Ладно. Уж чё-чё, здесь мы не будем смотреть криво-не криво, потому что мы ставим даже не на полку. Сколько же там ещё-то? Одна? Две. Красота. Можно вообще до потолка наставить, чтобы вообще никто не мог сказать, что у нас нету кеши.
Расставим сейчас все соусы, которые у нас есть. Потому что соусы, вот, честное слово, фу, блин, разбирают очень быстро. Очень быстро разбирают соусы. Даже думать не успеваешь, понимаешь? Думать не успеваешь, а его уже купили. Раз и купили. Раз и купили. Каким образом получается так, что его покупают два раза быстрее, чем остальные все товары? Непонятно. Возможно, потому что он один из дешевых, и все дешевые товары покупают сразу же. И в больших количествах. Но, кажется, неизвестно. $1000 собрали. Думается мне, что нам хватит в следующей серии купить все, что нам нужно. Как мы тут ставили печенюшки вот так. Ну что ты? Хорошо, что они квадратные. Вот эти вот ровные, по крайней мере. Меня это очень радует. Их легче всего выставлять. Ну, не прям ровно, конечно, получается. Но в целом пойдет. В целом сойдет. Да сколько их там? Еще есть. Даже всю стену этими печенюхами. О, по-моему, купили. Да? Трейдинг компани еще денежку принес. Класс. Просто красота. Блин, денег у нас много. Денег на самом деле много стало и... Ой, я думал, что там кофе. Ладно, давай его сюда поставим. Так, выставляем холодильник полностью. Выставляем полностью холодильник, химию и заканчиваем. А то получается уже как-то бесконечно долго мы играем. Конечно, не настолько долго, как в прошлую серию, но в прошлой серии у нас были грандиозные планы. Грандиозные свершения. Поэтому... Хотя в этой серии тоже. Но все равно, поэтому та серия была очень длинной. А эта серия такая, знаешь, она типа промежуточная. Между чем-то, чем-то и чем-то. Ну, дружище, ставь ты поровнее вот сюда вот. Вот так вот. Угу. 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 Красота. На сколько там напродавали-то? Еще на сотню. Молодцы. Торгуют и торгуют. Шоколадное молочко у нас продается. Продаваться будет вот где-то здесь. А почему нет? Почему бы нам сюда его не складывать? Не составлять. Красота. Ведро для мороженого. Ну, мы знаем, где у нас продается мороженое. Вот здесь. Ставим мы его не очень ровно, потому что оно чуть не ставится там, где мы хотим. Да, оно нафиг не нужно ровно ставить. Оно продается как здрасте. И ровно тут стоять долго не будет. Покупатели придут, остолкают тут, блядь, все как им нравится. Сейчас магазин самообслуживания, в конце концов. И получается, что вот... Получается такой вот беспредел, беспорядок, да. Но думаю, еще купить будет мороженого, чтобы оно прямо у нас было. А то как-то некрасиво получается, что у нас мороженого так мало. И вообще всего мало. Нужно прям покупать оптом у этого мужика, чтобы он нам... Ну, что свет-то погасили? Я же за него плачу. А, чтобы у нас было много товаров. Чтобы у нас было впрок всего. Чтобы было не то, чтобы даже впрок, а чтобы было прям с излишками. Пицца с овощами. Пиццу с овощами мы захреначим, знаешь, куда? Вот сюда вот. Потому что это пицца все-таки. Тем более еще и с овощами, блядь.
Прям вот сюда вот. Вот сюда вот. Да что ты? Не хочет ровно ставиться, представляешь? Хотя она не очень ровно и стоит. Все потому что не ставится ровно. Смотри, вообще уместилось. Две коробки, получается, в этом стеллаже уместится. Две коробки поместится. Ой, так, морепродукты. Морепродукты будут стоять вот тут. Вообще в нашем магазине становится все достаточно красиво. Если бы еще чипсы с кешью и соусами стояли там, где положено им стоять, а не вот как-то вот так вот посреди дороги, и чипсы бы тоже не на полу лежали, вообще бы цены не было. Наш магазин был бы самым лучшим. Что это такое? Бургеры. Бургеры нужно положить. Да, вот сюда вот. Ну, ты чего весь задергался-то? Вот сюда вот бургер мы ставим. И будут они вот тут вот у нас стоять. Время, кстати, уже 0:00. 0:00, говорит. И я думал, что уже к утру близится, а только 0:00. Да что ты? Он наступает на холодильник, блин, и на следующий... Кстати, да, во, как можно накладывать-то. Просто на холодильник надо наступить. Вот оно что, вот как это делается-то. А я на коробке встаю. Подожди, а вот здесь тоже так можно? Ну, в целом, да, но неудобно. Не очень прям достаешь. Ой, прям умаялся эти коробки все расставлять. Кого-то руками гружу их. Ну, смотри, холодильник-то в целом неплохо выглядит. Вот так вообще классно. Да? Да, я считаю, что да. Я считаю, что очень даже неплохо. Так, подгузнички мы... Вот подгузники. А вот... А, и вот подгузники. Везде подгузники стоят. А мы не будем стесняться и поставим их... Подожди, а ткань где? Вот ткань. Подгузники будут... Ой, да, подгузники будут стоять повыше. Подгузники будут стоять наверху. Ткань рядом с ними будет стоять. Ткань сейчас поставим рядом с ними. Просто, знаешь, это очень такой товар, который продается быстро, который занимает очень много места. И очень обидно, когда его покупают, и у тебя остается огромный пробел. Получается, что, ну, как-то пусто, что ли, на полке становится. Потому что он места занимает очень много, что я могу поделать? Кривовато, ну ладно. Очищающий спрей. Очищающий спрей. У меня обычного спрея нет, а не очищающего. Очищающего вон вагон стоит, аж целый. А вот обычного спрея нет. И это плохо. Сейчас придут жаловаться, будут, потому что его раскупают тоже только так. Даже чаще, чем соус раскупают. Ну. Неужели так сложно поставить? Чутка я сдвинулся, и получилось вот некрасиво. Ну да ладно. Ой. Угу. 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 Это что такое? Ладно, будет с запасом у нас все-таки. Никому... От этого не становилось хуже. Поэтому будет запасом у нас очищающий спрей. Пусть стоит. И на этом давай с вами попрощаемся. Потому что мы много всего сделали, много всего организовали в этой серии. Спасибо за просмотр, за то, что ты досмотрел до конца. Поставь лайк, подпишись на канал.
и поделись видео с друзьями, прокомментируй обязательно, и увидимся с тобой в следующей серии, в следующем видео. Пока.